Всем привет! Египет находится на севере Африканского континента, и его территория более 1 миллиона квадратных километров. 96% из территории Египта занимается пустыня и только 4% дельта Нила. У нас в Египте есть 3 пустыни. Восточная пустыня или горы Красного моря, и западная пустыня и Синайский полуостров. Ну, Синайский полуостров находится в континенте Азия. Значит, 9% из территории Египта находится в континенте Азия. Но Египет расположен, Египет находится в самом важном месте в мире, соединяет 3 континента: Африка и Азия, и Средиземное море, уже Европа. Поэтому называли Египта сердце мира. Население Египта около 100 миллионов. У нас есть 3 национальные: араб, это которые живут на бреге Нила, и бедуины, которые живут в пустыне, около 3 миллиона. У них свои жизни, они живут только в пустыне, у них свои традиции. И нубес. Нубес, они живут в самом на юге Египта, где город Асуан находится в самом на юге Египта, за границей между Египет и Суданом. Граница Египта с востока у нас Красное море, и север у нас Средиземное море, и запад находит там граница с Египта страна Ливия, и юг у нас страна Судана. У нас в Египте есть 29 городов. Самая первая столица Египта — это была город Тиба, сейчас называли Луксор. Луксор — это древняя столица Египта, была столица 4000 лет назад. Там в Луксор есть 2 города: город мертвых и город живых. Где город живых, там есть Карнакский храм, который самый большой храм в мире и самый красивый храм в мире. И где город мертвых, там есть все гробницы, вот храм Хатшепсут, долина царей, долина царица. Очень много там есть достопримечательностей, которые можно посетить. Это первая столица. А вторая столица была город Александрия, который находится на Средиземном море, 15 миллионов населения. Это Александрия, находится от Каира около 150 или 200 километров на север.